change the position, oops, of Instagram. And now we gotta get our Instagram translator online. He's there in the Japa. So it's it wouldn't be a problem, I think. Mahabhava Devi Dasi, Hare Krishna. Induleka Prema, Diana, Mandakini, Premagni, Galina, 77, Vosim, Rosa, Kirti Kumari, Radhe, Galina. Oh, let's see. No. Our translator has not arrived yet. What happened to him? No, he's not there. Stos, Hare Krishna, Lucky Narayan Gaurun. With a name like that, it sounds Mauritian. Okay, let's see. Ah, here we are. Yes. So our translator is coming up. Here he comes. Very good. And let us just, well, wait, I don't know, a minute or two, or not a minute, 30 seconds. And then we'll start. Jai Shivaram. Jai Shikshori. Добрый день. Jai Kishori Devi Dasi. All glories to all the glorious devotees. Слава всем славным преданным. All right, I think we will commence. И начнем понемножку наш. Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свамини Тинамани Намасте Сарасвати Деве Гора Вани Пачарне Нер Вишеша Шуньявади Пастятя Дештарне Шри Кришна Чайтанья Прамунитьянанда Шри Адвайти Гададхар Шивасади Гора Бхакти Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpaturubhyascha Krishnasindrubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Jayurisha and Ananda Chandrika. Okay, so now we've got to give our attention. Внимание всех преданных и возвращаемся в наш семинар. И сегодня у нас продолжаем обсуждение Говардхана Лилы. Мы остановились на очень важном моменте. То, что The Govardhan Puja was performed. Govardhana Puja выполнялась. Govardhan Puja was performed. Very nicely. Очень хорошо. And then Govardhan Parikrama. И тогда Говардхан Парикрама выполнялась. Тоже очень хорошо выполнена. И каждый был просто счастлив. Невероятно. Except one unfortunate soul, удачливой душе. Господь Индра исключительно недоволен был. И Господь Индра, он растерян был. Растерялся, и он видел, как Кришна прославляется бриджбасами, жителями Враджа-дхамы
регулярно прославлялся. Regularly. You know, already the same, or maybe the next day, but на следующий день, on one day, в один день Кришна прославляется, что украл одежду гопи, а потом прославляется из-за жен брахманов, и поэтому Индра стал огорчен, разочарован в материальном смысле слова, думая, что эти люди думают, что это разговорчивый паренек важнее, чем такая важная личность, как я, Индра. И помимо всего, еще ко всему, Кришна убедил их не совершать Индра-пуджу, и это просто звон выходящего. И Господь Индра просто подавлен. И он разгневался, и гнев — это ужасная вещь, ужасная вещь, гнев шокирующий. Поэтому он решил, что он научит, предаст урок Бриджбаси, включая Кришну. И включая даже животных, он решил, что придаст им урок, которого они никогда не забудут, что история не забудет такого урока. Он решил уничтожить их всех. Поэтому он отправил туда шторм, ураган, ураган, ливень. Во время уничтожения Вселенной такой шторм, ураган. Но все вконцентрировано в одном месте. Это вселенское уничтожение, большие штормы, а они годами длятся. Поэтому он отправил туда облака, самвартака-облака, и друзей даже самвартаки-облаков, и заставил их там лить, и лить, и лить, и лить дождь, потоки, ливень. И там и молнии, и гром, и ужасный ветер, шторм, и вода шла колоннообразными потоками, как водопады. И просто такой поток может убить человека. И даже град величиной как мяч, если в голову попадет град размером головой, то град сильнее головы. Просто убьет человека на месте. Такой град, такие льдины, падающие с неба. И вода постепенно наполняла всю поверхность земли. Уже не имело значения, где холмы, где нет. Все было залито водой. Все под водой оказалось. И стало холодно, конечно. Это длинная история, очень длинная история, описание всех этих разрушений. Облака были подобно как крокодилы, да? Облака в форме крокодилов и как в форме слонов. Зеленые облака, черные облака, красные облака были. Невероятно. Невероятно. Поэтому Кришна, так или иначе, он мог увидеть, что происходит, и Бриджбаси просто взвали Кришне: «Помоги, спаси нас, спаси нас, спаси нас». Поэтому Кришна произнес очень известный стих. Он произнес
Обет дал знаменитый обет, что он принимает обет. Стих в десятой песне, номер стиха, он там говорит: «С моей мистической силой я защищу людей, враги, которые приняли прибежище у меня, которые считают меня и своим Господом, и которые являются моими родственниками». Это мой обет. А Джива Госвами, Шрила Джива Госвами, в одних из своих книг пишет: Кришна — это личность, которая строго придерживается своих обетов, чтобы защищать тех, которые приняли обет служить Ему. Еще раз. Кришна строго держит свои обеты защищать тех, которые преданы, которые приняли обет, дали обет служить Ему. Он всегда ими заботится и защищает своих преданных. Поэтому все обитатели Вриндавана, включали животных, они все пошли, укрылись под Говарданом холмом. Многие видели Говардан и холм, посещали паломничество своих. Может быть, видели нашу даже книгу, изданную Бхакти-читанья с вами про Говардан. Если у вас нет книги, должны приобрести. Это небольшая рекламка. Поэтому Говардан, это не настолько он большой сейчас, не настолько большой, чтобы сотни тысяч людей укрыть под собой. Может быть, миллион или сколько там было в то время. И тогда множество животных. Как это так? Что Говардан мог быть тогда большим, чтобы все эти люди, и животные, и птицы, и живые существа могли поместиться под Говардан? Хороший вопрос. Поэтому ответ такой, который получаем от Шрилы Вишванатха Чакравати Такура, что коснувшись руки Господа, левой руки Господа, Господа Кришны, Говардан стал настолько уполномочен, настолько вдохновлен, что это его приполнило его энергией, силой, что он мог укрыть под собой три мира. Да, он настолько вдохновился и, наверное, расширился. Что ж говорить там про жителей Враджи, или что ж говорить про людей этой планеты или любых живых существ. Всех живых, всех людей трех миров он мог укрыть в то время. Поэтому джай. Некоторые из животных, они не укрылись под холмом, они забрались на Говардан, и они там находились во время шторма. Но им это их не волновало. Они были вдохновлены Кришной. Они не чувствовали дождя совсем. И шторм их не тревожил. Поэтому, да... Очень удивительно, очень. И тогда все живые существа, и в основном Бриджбаси, люди, они сейчас под Говарданом, и они семь ночей, семь дней там оставались, без еды, без воды, без сна. Они были поддержаны просто питаясь красотой Кришны
Впитываем через глаза, посредством глаз. Внизу там все было очень красиво под Говарданом. Это не просто скалы, грязь и так далее. Нет. Нет. Внизу там было красивое. В комнаты, в мебель, и тогда были там озера, трава и вода для питья. Все в люксусном уровне, все в превосходном, удобном устройстве. И Кришна там стоял 7 дней, 7 ночей, левой рукой, маленьким пальчиком, держа, поддерживая Говардан. И все бриджбаси наблюдали, созерцали его, и он смотрел, отвечал им своим взглядом на бриджбаси. Это игра одна из самых любимых Кришны. Самая любимая, потому что в этой игре все его преданные, бриджбаси, все бриджбаси, преданные во всех расах, все собравшиеся в одном месте, в одно время, в одном месте, все вместе. И Кришна способен с ними обращаться в одно время. Обычно, когда Кришна дома, он с родителями, это родительская раса, выходит пасти коров, он с друзьями, значит, сакья раса, дружеская раса. Он играет с гопи в лесу, это мадурья раса, да? Ну вот так. А чтобы две группы вместе совместить, это необычно было? Очень необычно могло бы быть. Но здесь все члены всех групп, все вместе, в одно время, в одном месте. И Кришна способен с ними общаться одновременно. Это очень-очень удивительная лила Кришны. И все просто созерцают Кришну. Просто полностью сосредоточены на Кришне. И в результате чего Кришна способен был смотреть на гопи, созерцать гопи. Обычно он не может это свободно делать, потому что когда Кришна выходит пасти коров или когда возвращается домой из паствы, обычно все выходят, встречают его и прощается утром или приветствует, когда возвращается вечером. Но когда все родители смотрят, дочери смотрят на Кришне и смотрят в глаза гопи, дочерей, и проверяют их. Они смотрят на друг друга, потому что по моральным стандартам в ведическом обществе молодые ребята и женщины, и девчонки не смотрят друг друга. Это не может быть. Это невозможно совсем. Можете помнить, когда мы говорили о Путане, некоторые время назад в нашем семинаре, тогда мы рассказали историю о Лакшмане, которого спросил Хануман, как Сита выглядит в деве. После Ситу, когда похитили, Хануман хотел ее найти, но он не видел ее никогда, он хотел узнать, как она выглядит. А Лакшман сказал, я не знаю, как она выглядит, Лакшман сказал. И в конце он признался, слушай, Хануман, я не знаю, как она выглядит. Я ни на нее не смотрел в лесу никогда. Выше стоп, я ее не видел. И дал прекрасное описание лотосных стоп Ситадеви. Поэтому это что-то вроде того, что в основном Кришна и гопи не смотрели прямо друг другу в лоб никогда. Невозможно было.
Это But просто нереально. Но they can do it, сейчас они могли, because nobody потому что is никто caring about anything other не than заботился ни о ком другом, looking at кроме Krishna, как о Кришне, and just смотря sort в of Кришну. feasting with their eyes И просто on the beauty of пировали Krishna. глазами, созерцая So therefore, образ Krishna is Кришны. able to look at Поэтому everyone Кришна мог as смотреть much на as he каждого, likes, насколько хочет, including только looking включая at the и gopis. гопи. However, it can be a И little тем не менее, hazardous, может because when быть, Krishna looks at можно the посомневаться, gopis если and the Кришна смотрит gopis на look at гопи, Krishna, а гопи смотрит на there's a Кришну. major exchange of Есть transcendental energy, обмен, взаимообмен transcendental трансцендентной potency, энергии, потенции and трансцендентной. И тогда there's a story. It actually есть appears in история, the Krishna и books в Кришна, that источнике right at Кришна, this наслаждения time в under книге в это Govardhan Hill, время под Говардан холмом Krishna was looking at the Кришна gopi. смотрел на гопи, And because of this power потому which что is there в силу in этой the силы, looks этой энергии of Krishna взглядов himself and of the Кришны gopis when they и look at гопи, him, взглядов the на energy Кришну, that comes through, энергия, которая Krishna started происходила, shaking. Кришна начал дрожать. And he's holding the hill. И The он hill держит started холм, и shaking. холм начал And, дрожать. you know, moving up and down a И bit from side to начал side and all двигаться со that. стороны в сторону или And шататься. everyone thought, И все подумали, oh о, no! We thought it was too конец! much for this little boy Мы to hold так и this думали, big hill. что этому And now мальчишке just держать see, этот холм будет he can't слишком. manage И it. What смотрите, are we он going не to do? It's a удерживает горы. disaster. Что с нами? Сейчас будет конец Yeah, света. but then Но Balaram тогда looked, Баларам Balaram saw what Krishna was doing. посмотрел на Кришну, и You куда are он looking смотрит. at the gopis, Ты aren't you? That's смотришь why на this is гопи, happening. да, то, что And then происходит, Krishna Баларам saw говорит. that Balaram И is Кришна looking at him Баларам, взгляд in a Баларама knowing Кришну way, видел like, и с таким I знающим know what's взглядом. Я going on знаю, with что you. происходит. So Krishna felt Кришна embarrassed in front немножко of his растерялся. older Ему brother. стыдно стало перед He's братом kind старшим, of being и very он foolish and оказался как бы irresponsible. So then Krishna глупым и pulled himself together неотносительно, and не held the hill, И and Кришна everything собрался was very духом nice. и воспрянул духом и опять выпрямил гору, холм на пальце. Under the hill, or just Под all холмом, around, but particularly under the повсюду, hill, повсюду. Krishna, the Кришна Lord's potency, was drying up the water as soon as it в landed силу on the ground. потенции энергии So no Кришны water was going высушивала under the hill всю воду. at all. И под Although they холмом had a water вода не supply there набиралась. already, Хотя питьевая вода была там доступна под холмом, So но different потопа things не было. happened. Поэтому разные вещи происходили. Let us describe some of the Поэтому некоторые вещи things which можно описать. Удивительное, просто удивительное. Пастухи, они начали обращаться к Кришне. Ты что, выдержишь этот холм сам, правда? Большой холм, маленький мальчик. Ты выдержишь, да? И Кришна так, да, наверное, я постараюсь. Но тогда пастухи подумали, нет, он мальчишка, холм большой, мы-то мужики. Давайте мы им помогу, мы ему поможем, поможем. И у них эти палки для пасения коров. Они подняли их и уперлись в холм. И они сказали Кришне, Кришна, отпускай холм, мы уже держим все. Кришна, вы уже держите, да, холм? И он чуть-чуть опустил руку, чтобы вес холма перешел к пастухам. И пастухи держат холм, и холм опускается, опускается, опускается. Опускаются, а паника поднимается, поднимается, поднимается паника. Кришна, помоги! И он, Кришна, опять поднял холм. Тогда Маду Мангал, и знаменитый друг Кришны смешной,
Last night, wasn't it? It was Прошлой last ночью night, yeah. Мадхумангала прославляли, да? He was watching Krishna, Он and he was смотрел, thinking, наблюдал yeah, за you know, Кришной, подумал, а, да, he's not so strong, look он at him. не настолько He's just sort of силен, этот average Кришна. build, Это but просто nice, среднего beautiful. телосложения, But но he doesn't have, he красивый, hasn't been doing, you но он know, не weightlifting. культурист. Да, он не So what we'll do, культурист. I will chant some mantra Я to буду give him мантры strength. повторять, чтобы ему дать сил, Мадхумангала So подумал. Madhumangal went over to И Krishna and он started подошел к chanting Кришне и his начал mantra, повторять мантры брахманические, strength-giving какие только mantra. знал силу Just ему придать. on and И on. продолжал, продолжал, Then the продолжал. ladies, Mother И Yashoda and some of her тогда friends, женщины, they're also they're watching они Krishna, подумали, and they're смотрят на also Кришну, thinking, наблюдают его именно. small boy, Маленький big ребенок, hill, большой maybe he холм, needs help. он So нужен, they нуждается started в помощи. Они massaging the начали little finger of массировать his left hand маленький палец and его sort of, левой you know, руки. his И left массировать, и hand массировать, и всю itself. руку массировать, чтобы только And он yeah. выдержал этот огромный In холм. the end, when А в everything was конце-то, done and the hill was когда put back and the все whole уже pastime холм is лила basically over, заканчивалась, и except for Lord Indra холм surrendering, поставлен на место, и then when the hill Индра got put предался, down, когда холм опустил then Кришну на the место, different devotees, разные everyone was glorifying Krishna. все You прославляли did Кришну. so Ох, ты nicely. так That удивительно was wonderful. поступил, это The просто men, though, потрясающе. they said, Но yeah. мужики сказали, Krishna да, did well. He did nice. Кришна He did молодец, nicely. молодец, очень It was здорово. mainly us with our Но sticks, в основном actually, там мы держали holding the нашими pillar up. But he did палками very этот well. холм. Он тоже And помогал Madhumangal said, нормально. yeah, he Мадхумангал did сказал, well. He's да, my Кришна friend. He did просто well. It was молодец. mainly my Но mantras, если мои actually. But he мантры, did вот very что well. держал. И Кришна, конечно, And the помогал. lady said, yeah, he А did женщины so сказали, nicely. Кришна так молодец, держал It was холм. mainly our Но в massaging, основном потому, actually. что мы That was the массировали main его thing. руку, But he did кровообращение very в well. пальчике, в All the same. руке. He did Мы very well. помогали. Конечно, он молодец So просто. like this. Таким образом. Все When приписывали they чуть-чуть first себе went славу. under, Когда there's an они interesting вошли под description. холмом, есть In интересное order описание. to В give them основном для того, confidence чтобы and дать им encourage them that it's убеждения, okay, убежденности relax, you don't need to panic here. и Krishna смелость, started чтобы они не speaking паниковали, in a Кришна sweet, начал обратиться к ним deep voice сладким, that глубоким crushed the голосом, pride который of the rumbling уничтожил thunder, because there was so much thunder гордость then. грома. Krishna spoke in a voice Поэтому like Кришна thunder, подобно грому. rumbling. But even Громовыми, stronger than that. но сильнее, чем гром, So даже when he произносил spoke, слова. Когда он обратился, когда он говорил, он like Nanda обратился Maharaj, к Mother Нанда Yashoda, and Махараджу, different матушке Шоде, другим преданным, devotees, Риджбасис, Бриджбасям. he started the И statement with, "Oh, like, oh father, oh о, mother." отец, о, But he drew мамочка. out the Но "oh." он So therefore, продлевал Krishna said, "Oh, о, father, папа, oh, mother, мама, oh, helpers, come under Саши, the hill, don't приходите, worry. подходите, приходите, укрывайтесь под холмом. Oh, my О, beloved friend, мои it's любимые nice under here. друзья, здесь Come and внизу. join me." Здорово, присоединяйтесь ко And мне. he said, "I'm actually holding this hill." Я же Without держу making the этот холм slightest effort. даже без In никаких fact, усилий. На самом-то Govardhan Hill деле jumped up Говардан onto my finger. подскочил I сам didn't и even have заскочил to lift мне на it. палец. Мне даже It поднимать came его up не and got надо. on Он my сам finger. заскочил мне на палец. And now И Govardhan is тогда sitting there. Говардан сидит там He наверху. feels just like Он a little просто puffy bit of cotton wool. как That's all. ватный комок It's just nothing. просто на моем Just a small piece пальце. of cotton. Как с маленький кусочек ваты. Anyway, they came under, Они пошли and под холм, да, and different things happened и under them. разные вещи там начали происходить. Madhumangal addressed Мадхумангал Krishna. обратился к Кришне. He said, "My dear Он сказал, friend, Krishna, дорогие друзья, by дорогой my друг Кришна, Brahman мой Tejas, брахманический which теджас, Tejas means Теджас. power, basically, Сила, моя by брахманическая сила. brahminical power, Брахманическая I will сила fill моя. your heart
Я наполнен сердце радостью, когда у тебя друг такой, как я. Почему ты должен заботиться о каких-то проблемах? Скажи мне, я все возьму в свои руки. Я сам могу держать холм на своей палочке. Ты немножко уже устал, наверное. Да расслабься. Дай мне подержать холм. Маду Мангал, он... Конечно, есть описание, как он очень с некоторыми людьми в Индии так происходит, что, может быть, в других местах не так очевидно, одна нога короче, чуть-чуть короче, чем другая у Маду Мангалы. Поэтому он не может бежать. Он хромает, да? Поэтому у него палочка для ходьбы, чтобы помочь ему в ходьбе. Просто, Кришна, расслабься, я этой палочке подержу холм. А матушка Яшода, она-то коснулась руки Кришны, которая держит холм. И Кришна, ты перестарался, ты перетруждаешься. Такая чистота руки твоей, как свежее взбитое масло. Как эта рука может терпеть такой вес холма? Они все думают каким-то определенным образом, но никто из них не думает, что подожди. Этот холм 25 километров вокруг. И весит сколько там тонн. Это просто тысячи тонн. Слишком много тысяч тонн весит. А тут 7-летний паренек, мальчишка, маленьким пальчиком левой руки держит. Подождите, не надо нам рассказывать сказки. Это невозможно. Нет, не совсем невозможно, сумасшествие. Поэтому никто не думал так, но, скорее всего, они думали, большой холм, маленький мальчик. Что-то тут тяжеловато ему, наверное, Кришне. Это не просто они с ума не сошли, что это же невозможно. Нет. Поэтому, так или иначе, матушка Яшода, она говорит, ты же перестарался, перетруждаешь себя. О, Гирирадж, пожалуйста, будь милостив, дай мне благословение, чтобы сделать что-нибудь, предпринять, чтобы стал легеньким и мягеньким, чтобы Кришне не перенапрягался держать тебя. Пожалуйста, сделай так. И она сказала, Кришна, почему ты оскорбил Индру? Почему же ты его оскорбил? Не надо было. О, Шива, как сердце матери может вытерпеть такую тяжелую работу ее любимого сына? Маду Мангал вмешался в обращение матушки Яши. Матушка дорогая, посмотри. Не можешь, ты же видишь, Кришне же не напрягается держать холм. Я же повторял свои мантры в силу только этого. Да, матушка? И этот Индра, он должен, чтобы его так поставили на место. Кришна очень хорошо поступил с ним, не критикуй Кришну. А Кришна матушке Яшоде, матушка, у меня же прикольно здесь все, здорово. Я даже не держу этот холм, он просто витает в воздухе сам. И выглядит на то, что я его поднимаю, держу. Да. Вот такие вещи происходили там. И Кришна держит рукой левой руки, а правая эта рука свободная. А что делать с правой рукой тогда?
Угадайте, что Кришна делал со своей правой рукой? Кришна вынул флейту и подставил под губы и начал играть одной рукой. Он же специалист по игре на флейте. И Кришна, он начал играть флейту. Но Маду Мангал прибежал. Кришна, Кришна, перестань играть флейту. Перестань, сейчас же. И сказал Кришна, то, что ты знаешь, что случается, когда играешь флейтой, ты видел, все видели, я видел, ты играешь на флейте, на скалы начинают плавиться, поэтому начнешь играть флейту, и холм расплавится, и на нас расплавится. И ты подумай про последствия, не играй больше на флейте. Мы же утонем в расплавленном горе. И Кришна убрал флейту. И Радарани, подруги обратились к ней. Это не очень хорошая идея смотреть на Кришну. Не смотри на его лицо. Смотри на его, созерцай его лотосные стопы. Лучше. Потому что если будешь смотреть на лицо к нему, если дашь ему, бросишь на него особенный свой взгляд, Кришна просто... Это ударит твой глаз, твой взгляд на него. И он может уронить холм. Пожалуйста, не делай, не смотри на него слишком. Особенно в лицо. И никакого контакта глаз. Тогда Шримати Радхарани, она бросила сладкую, мягкую улыбочку Кришну одарил, которая просто омыла его потоком нектара. Улыбка Радарани Кришну. Вот это все происходило неделю. Различные вещи, события, детали в такого духа. А внешне там просто шторм бушевал. Бушевал полностью. Абсолютно. Просто буря. Шторм, ураган. И есть очень хорошее объяснение тому в Нанда Вриндаване Чампу, что облака-то Индра орёт в своей Индралоке. Он орёт на облака. Лейте, 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 давай! Больше! И облака, это огромные облака, они льют дождь, и вода кончается у них, и они бегут в океан. Это мы говорим о Вриндаване, от Вриндавана океан-то далеко. Они плывут к океану и выбирают воду из океана и возвращаются к Вриндавану. Опять вода, поток воды, сколько только могут. И обратно к океану. Опять... Индра, эй, ребята, постарайтесь, недостаточно воды взяли. И в конце концов некоторые из облаков выбились из ног и устали, и они просто совершали самоубийство некоторые. Самоубийство совершали облака, а некоторые просто... устали и в депрессию впали. Через неделю этого сумасшествия Индра прибыл к Вриндавану. Надеясь увидеть, что полный разгром, массового разгрома, полностью все, потоп, деревья сбили,
сломаны, сбиты, дома смыты прочь, и крыши, и стены смыты, и трупы везде плавающие, людей, животных везде плавающих. Он надеялся на это увидеть. Но когда он пришел посмотреть, проверить, Кришна уже поставил холм на место, и все вышли из-под холма, все уже по домам, и вся жизнь возвращалась в норму, и Индра, когда пришел, увидел, воды-то нету нигде. Разрушения-то нету, никакого разрушения, даже ни одного трупа мертвого человека, все просто в экстазе, и даже животные бегают, танцуют, прыгают, как жизнь прекрасная. Поэтому Индра вообще растерялся. В чем дело? В чем дело? И тогда он вспомнил то, что бриджбаси говорили о Кришне. Он слышал же в прежние дни, и он думал, что это просто приумножение его славы. Глупости какие-то. Этот мальчик, что, великая личность? Да вы что, смеетесь? Я вам покажу. И тогда понял, о боже, наверное, это была правда. Вместо того, чтобы обычным мальчиком быть Кришной, Кришна — популярный мальчик. Вместо того, чтобы быть обычным мальчиком Кришны, кажется, это он, единственный, главный, оттуда, сверху. Боже мой, что я натворил? Что я натворил? Что же оскорбление я совершил? Какие оскорбления совершил? Боже мой! Но, знаете, он-то старался, он хотел, он на самом деле хотел, очень старался разрушить Враджу и всех обитателей. Он убить хотел всех, Кришну и Радарани, и Нанда Махараджу, и матушке Шоду, хотел всех уничтожить, убить всех коров, все живое уничтожить, разрушить все полностью. Не знаю, кто-то из вас, преданные Хари Кришна, вы старались убить кого-нибудь, какую-то личность? Надеемся, что нет, да? Извините, пожалуйста. Проверка. Но это не шутка, да? Я уверен, что никто не старался убить никого. Но вы можете представить себе, если кто-то на самом деле старался убить кого-то другого, и тогда понял, о, эта ошибочка произошла. Не надо было убивать кого-то совсем. Человек же не сделал ничего того, что мы думали, что он сделал, за что он должен был бы быть убит. Можете представить? Что тогда-то делать? Как тогда обратиться к такой личности? Не можете просто. Как вы можете извиниться? Я хотел тебя убить. Извини, пожалуйста. Поэтому Индра стал полностью охваченный, разрушенный, духом павший. И не забудьте, что Анартху, мы
I mean, we're talking about the Мы anatta говорим right об now. анартхе, да, The мы whole говорим. pastime is about the Вся anatta. эта игра об анартхе. Думая, что поклонение полубогам – это способ, а не Кришну, чтобы удовлетворить полубогов, и они будут довольными нами. Индра, он настолько... Гопал Чампа говорит о его состоянии. На десятый день в райских планетах Господь Индра был полностью разрушен, подавленный, понимая величину своего оскорбления и охвачен скорбью и плача, рыдая, он и решил совершить самоубийство. То, что случилось с Индрой, он просто почувствовал себя: больше ничего я не могу поделать, я должен просто совершить самоубийство, просто чтобы избавиться от этого всего оскорбления. Поэтому он думал об этом. Он даже свой кинжал, кинжал взял, особенный кинжал для борьбы. И уже готов был воткнуть двумя руками кинжал в свое сердце. И Брихаспати, духовный учитель полубогов, пришел и отругал Индру: ты стал просто сумасшедшим. Нет нужды себя убить, самоубийством закончить. Ты уже хуже, чем мертвый. Уже. Сейчас. Поэтому не теряй времени лучше такими глупостями. Ты уже оскорбил верховную личность Бога и своего преданных величайших. Ты никогда не будешь счастлив. Никогда. О, Индра. Он пал в стопы Брихаспати. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я совершил отвратительный поступок. Помоги, помоги, как мне. Брихаспати сказал ему: я не могу тебе помочь. Все, это слишком, слишком. Ты просто перешел грани все. Это плохо, очень плохо, и слишком плохо, и хуже, чем плохо. Поэтому делай, что хочешь. Но Индра молил, 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 молил. И тогда Брихаспати сказал: слушай, в этой такой ситуации лучше отправляйся к Господу Брахме. Может быть, он тебе поможет чем-нибудь. Тогда Индра отправился к Господу Брахме. И старался так выглядеть, как будто ничего страшного. Да? Знаешь, Брахма, я слышал, что ты тоже оскорблял Кришну, да? Украл его пастушков, телят. Да? Да, Брахма? Ты тоже влип, да? Я тоже что-то мне, вот я влип. Скажи, что ты сделал, как ты извинился перед Кришной? И Господь Брахма посмотрел на Индру и сказал: эй, да, факт, да, я оскорбил Господа, но ты не так, как ты. Я-то украл его друзей и телят на некоторое время и вернул обратно, а ты-то убить хотел каждого, всех. И сказал тогда, Брахма сказал: почему люди, разумные люди, закрывают уши такие разговоры? Они не будут слушать таких оскорблений. Но Индра молился, взмолился и молился, и молился, и молился Брахме. И Господь Брахма сказал: ладно, 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 ладно. Знаешь, у меня есть мысль. Ты, у тебя на своей Индралоке у тебя есть Сурабхи корова. Кришна очень любит коров этих. Ты отправляйся к Кришне, возьми с собой Сурабхи и поставь
между собой и Кришной в Сурабхи, и тогда обращайся к ним. И это, конечно, там больше деталей, как он обратился, как он не хотел, как Сурабхи помогла. Там много деталей, но в следующий раз в детали углубимся. Но тогда... Тогда Кришна шел по холму, чтобы смотреть на разрушение, и тогда вдруг внезапно обратился к нему Индра, пал ему в стопы и молил о прощении, молил о прощении, молил о прощении, и молил, и продолжал молить прощение. Тогда Кришна взял его, они отправились вокруг, это на Сураб, со стороны Сурабхи Кунды они там встретились. Если ты бы были на Хугавардхане, вы знаете, где Сурабхи Кунда. Тогда они обошли вокруг, где Говинда Кунда находится. И тогда большая Абишеку совершили... Кто там? Полубог, Господь Индра все это устроил, и все полубоги собрались, и великие мудрецы собрались, и все, где только находились, со всех мест, святых мест, рек, океанов и рек, и прудов, озер, все воды святые собрались. И тогда они Абишеку совершили омовение Кришны. И было это просто потрясающе. И тогда пастушки, когда Кришна уже побыл на Говардхане, проверяя разрушение, пастушки были рядом, вокруг. И тогда, когда Кришна обошел Говардхан в Говиндакунде, и там Абишек большая совершалась, тогда они наблюдали немножко со стороны, они наблюдали, что там происходит. Эти личности невероятные. Господь Брахма, четырехголовый, Шива в пятиголовой форме. Огромные роста люди, личности с многими руками. Многорукие, все заняты омовением Кришны, и слоны Айравата Индры с четырьмя хоботами, четыре хобота, кто видел такого? И все просто кланяются и молятся, произнося молитвы, это просто был невероятный вид, зрелище. Это было зрелищно. Кто же Кришна? Они думали про себя. Кто он такой? Все кончилось. Полубоги, все личности великие, полубоги. Они бросили всю параферналию и отправились к себе обратно на райские планеты, откуда они пришли. И тогда Кришна там все еще находится, на этой, на троне. И пастушки, они подошли понемножку, приближались к Кришне. Вы только посмотрите на все. Вы посмотрите только на это все. Один мальчик взял чамару двумя руками, еле-еле-еле-еле, из чистого золота, украшенный драгоценностями. И тогда поднял чамару и начал омахивать Кришну. Еле-еле-еле, потому что тяжелая она, это большая. И благовоний там валялись. Не то, что у нас там на Лой-базаре. Это благовоние было как палка. Палка, ствол, ствольная, толщины, и несколько метров длиной. И один мальчик как-то поднял остаток этого благовония горящего и начал предлагать, крутя перед Кришной. Это изначально Агни предлагал благовоние, который полубог огня, у которого тело огненное, с пламенем из головы выходящего.
И Чамара, он предлагалась Господом Брахмой с четырьмя головами, и веер Господом Шивой, пятиголовой головой формы. И сейчас полубоги эти всю параферналь предлагают Кришне, все это, молитвы какие-то произносят. О, это было! И кто приходит туда? Нанда Махарадж, которого там раньше не было. И он спросил мальчиков, что Агавати спросил, откуда у тебя это благовоние? А мальчик говорит, да, а это человек, который с головой палящийся. О, да, Нанда Махарадж говорит, ты правда говоришь? А мальчик Чамары говорит, а ты откуда достал Чамару? Это человек с четырьмя головами имел. И мальчик с павлиным веером, с золотой рукояткой и так далее, так далее. Откуда это достал? Это человек, который с пятью головами, с змеями вокруг шеи. И Нанда Махарадж подумал, вот это дела. Это слишком. Просто ушел. Прочь. И коровы пришли, обратились к Кришне. И они сказали, раньше Господь Индра был наш Господь, но сейчас мы хотим, чтобы ты был нашим Господом. С этого дня ты Говинда, Господь коров. Инда — это укращенная форма Индры. Индра значит царь. Господь Индра значит Господь царь. Они сказали, с сегодняшнего дня ты будь нашим Говиндой или господином коров. Это тогда, они сказали, Кришна получил имя Говинда. Ачари так говорят. Ему было подарено это имя коровами. Поэтому не поклоняйтесь полубогам. Иногда, когда я отправляюсь в дома преданных, которые от рождения индусы, они всегда у них хороший, красивый алтарь, ну, где-то при входе, но если пойти туда дальше, где-то глубже в дом, в другую сторону, там иногда мы видим, что там второй алтарь, и там Шива Господь стоит, и Дурга там стоит на алтаре, и разные другие полубоги там. Они два алтаря держат. Один исконовский, другой нет. Не надо так поступать. Мы поклоняемся Кришне. Мы даже уважаем малейшего муравья. Но поклоняться и служить надо только Кришну. Все. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Джай. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Раджа ки. Джай. Спасибо, преданные. Харибол. До завтра. На сегодня все. Все, все.